Приветствую всех, с вами Мижарк, и я, как обычно, после долгого перерыва от Доты, заново начинаю учиться играть. И чтобы ускорить процесс, нанимаю себе лучших тренеров из мира Доты. В этом ролике меня будут учить играть на Арквардене с нуля. А за тренера хочу сказать спасибо буст-конторе Minority. Ссылочка будет в описании. От вас, как всегда, жду лайков и комментов. Вам не сложно, а мне приятно. Если не знаете, что написать, просто пишите OPA F5. Но сначала хочу по-быстрому напомнить про четвертый марафон по ставкам, цель которого сделать 100% от начального банка. В чем вообще смысл? Вы регистрируете аккаунт на Playmatch и кидаете скрин депозита в личные сообщения группы. Я получаю копеечку за каждого привлеченного клиента и целыми днями смотрю матчи Доты, на которые можно поставить, и даю прогнозы участникам марафона. Ну а букмекер берет комиссию с каждой ставки. Таким образом, все остаются в плюсе. Если тратить на ставки по 10 часов в день, то на этом реально можно зарабатывать. Я это в первую очередь делаю из-за интереса, ну а марафон и все из этого вытекающее как приятный бонус. Кстати, доступ к прошлым марафонам теперь есть у всех желающих. Можете зайти посмотреть, какие прогнозы я давал, как люди в чатике общались. В общем, убедиться в том, что все это реально. Все нужные ссылки есть в описании. Переходите по ним и поднимайтесь вместе со мной. Чтобы изначально научиться играть на Арквардене или начать на нем играть, тебе нужно сделать перечень минимальных настроек на него. Изначально тебе нужно все настройки перекинуть с обычного применения на квиккаст. То есть перекинь все по фасту. И предметы тоже аналогично. Предметы я, конечно, буду долго к ним привыкать. На предметах у меня квиккасты почти никогда не стояли, ну да ладно, будем пробовать. Ну просто на Арквардене тебе очень много спамить надо, то есть. И через стап это будет трудновато сделать. Там важна каждая миллисекунда. Тебе нужно прокликать 4 способности. Ну то есть, ладно, 4 способности, 2 флакса, 2 спарка. Потом параллельно спамить 2 спарка каждые 4 секунды. То есть еще прокликать предметы, какие там есть, пикаль, хекс, что-то такое, типа, из ряда этих предметов. Ну, короче, да. Теперь давай тебе сделаем выбрать всех своих юнитов, хоть они стоит, эта галочка. Да, выбрать всех слева. Своих юнитов. У меня какая двоечка свободная есть. Так. И всех прочих сразу. Всех прочих еще. У меня есть троечка, 3. Да. Теперь выбираем подконтрольные группы. А теперь смотри, что мы сделаем. На арке полностью есть две бесполезные клавиши, как в случае с мипа. То есть у мипа это была пассивка, ульта и две клавиши. То есть мы могли сделать с тобой 4 бинда на бесплатных. Тут на арке типа бесполезны две клавиши, то есть D и F. Это у инвокера две специфические клавиши, ну типа клавиши, на которые кидает метеор, со старой ключом на кастует там. Ну понятно, есть, да, у арка... Они полностью бесполезны на Арквардена, то есть убирая с них бинды. У арка только аганим есть, но аганим на него собирается... Ну аганим и так можно прокликать в Void Game спокойно. Да, я тоже так думаю. На мышечку. А первая группа, пиши букву D. Мы на нее забиндим туда копию Арквардена. Будешь кликать D, у тебя будет уделяться копия арка. На клавишу F мы тебе сделаем выбор копии плюс мейна. А 4 это что? Это у нас будет некрап, допустим. И на клавишу 5 мы тебе сделаем иллюзию. Чтобы, допустим, в моментах, где ты был в миде, ты, допустим, поднял руну иллюзий, и у тебя, знаешь, такая проблема может быть. Спамить трудно через стаб. Флаксы там, если хочешь чего убить. Ты призываешь копию, тебе сложно заспамить его способностями, тебе мешают иллюзии просто. А вот что касается настройки, еще автовыбор призванных существ. Мне кажется, я ее не использую, она мне вообще не нравится. Ты не используешь? Ну, просто вот за какого-то антимага, да, ты нападаешь, ну, у тебя, если есть эта способность, тебе не нужно всех выделять как-то или дополнительные какие-то подконтрольные группы. Ты просто прыгнул на кого-то с абиссала, нажал манту. И сразу все иллюзии. То же самое, когда ты за лансера играешь, да, юзнул доппельгангер, и у тебя. Автовыбор, и у тебя сразу все иллюзии, и сложнее будет найти настоящего. Когда... Ну, это для каждого человека свое. Ну, да, я бы это, наверное, оставил. Просто мне непривычно играть. Я играл обычно раньше на бруде, и всегда пауки призывались, я их сам вручную выделял. Либо прокликивал клавишу бинда, выбрав всех юнит-пауков, или что-то такое в этом роде. А теперь что сделаем? Купи себе некра, некрономикон, сразу третий можешь, ага, и купи себе манту. Это будет аналогично руны иллюзий. Там не важно, какие типа иллюзии вызываются, все равно можешь забиндить. Макс уровень сделай. И что делаешь сейчас? Нажимаю клавишу R. А, убери бинд с мейна. Ага. Нажимай Ctrl плюс D. Ctrl плюс D. Проверяем. Теперь ага. Нажимаем D, и вот у нас только этот чурик. Бинжена иллюзия, все верно. Теперь выдели мейна плюс копию.
Мейна плюс копию. F. Ctrl F. Проверяем. Нажимаем на F. Все. А теперь на D прокликай. На D. Вот, только все, это. Все работает. Перепризови копию арка. И сейчас будем тебя бинить некра. Так, хорошо. Один раз прокликай на некра, на копию. И один раз на мейне. Все, отведи их. Отвести, да. Угу. Теперь выделяй. И Ctrl плюс 4. 4. Проверяем. Проверяем. Да. Бинды D, F, проверяем. 4. Так, D, F, двое. И четверочка, это только некра у нас. Угу. И перепризови еще раз. Ну, или не надо перепризывать. Можешь один раз прокликать. Нажимай X. И два раза кликни по иллюзии. Ну, или отведи их. Можно два раза кликать, они тоже выделятся. Соответственно, что теперь? Ctrl плюс... Ctrl плюс 5. 5. Угу. Так, теперь призови всю эту кашу говна, то есть некров за копию, манту и сейчас, поначалу в кнопках тяжело. И теперь проверяем. D — это у нас клон. Это копия. F — это у нас двое. Это двое. F1 — это у тебя мейновый, проверь. F1 — это мейн, это понятно, это дефолт. Троечка. Троечка. Троечка — это все прочие юниты. Двоечка — это вообще все юниты. Так, и теперь заново нужно вызвать этих дотиков. Да, так. Побыстрее все сделать. Так. Бля, как тяжело, пиздец. Так, подожди, на клавишу 5 кликни. На клавишу 5 кликнул. Вот, все иллюзии выбрались. Угу. На клавишу 4. На клавишу 4, вот некра. Ну, их только двое вот пока что. То есть мы тебе все пробиндили. Вообще, все, что можно. Но это запоминать я, конечно, долго буду теперь. Да нет, это довольно-таки легко все сделать. Просто если играешь через некра, ты кликаешь на клавишу 4 сразу же. Или 5. Да, 4, и тебе некра сразу выделяется. Если тебе мешают иллюзии, хочешь отправить иллюзии в лес, просто подоубить. Нажимаешь 5, отправляешь их. Ну, типа, это легко. Это как в случае с мипа за 2 игры привыкаешь. Если собираешь эти артефакты. А вообще некра с мантой часто собираются на Арквардена? Вообще, я некра последний раз покупал. Это до нерфа было. Но вообще некра можно стабильно покупать против всяких рики или инвизных героев. Ну, типа, ты купил некра себе, просто идешь и на раннюю стадии игры дерешься. И потом мидас собираешь после некров. Ну, обычно как. Первый некра взял, и грейдишь сразу же, идешь мидас. А то ты никогда не камбэкнешь фармы себе. Манта, ее можно собирать против всяких арчидов. Или если ранний темп игры, и врагов слишком, то есть слабый, и ты задобил их просто. Ну, вообще, манта это такой специфический артефакт на него. Ну, лучше забиндить, чтобы этот, если куплю, чтобы лучше уже забиндить, чтобы ты поднял руну иллюзий, допустим, там, и хочешь убить чела, смотришь, там, в миде стоит какой-то пудж, видишь, призываешь копию, типа, а у тебя еще две иллюзии, ты пока кликаешь тап, типа, чтобы просто, и палец все ломаешь, а так ты нажмешь на клавишу F, у тебя выберется сразу мейновый арк, копия выделится, и ты просто кинешь дофлакс и прокликаешь всю эту херню. А когда надо будет иллюзии выбрать, ты нажмешь на клавишу 2 и выберешь все прочих, ой, всех вообще юнитов. Угу. Вот, ты спросил меня про предметы, давайте сразу разборку настроим. Не здесь. Свернись в выбор персонажей. Если кто не знал, там можно сборки делать. Руководство. Не, чуть выше. О. Под база знаний. А, вот это, ага. Не, назад герои. Назад герои. Вон, под база знаний, видишь, руководство. Где-то кликал сейчас только что. Ага, ниже. Вот. Вот, руководство. И здесь нажимай создать. Выбирай Арквардена. Он второй слева посередине. Ага. И вот тут полный список предметов, что можно собрать. Даже можно описание ставить. Мы можем сделать сборочку и для твоих подписчиков. Потом они зайдут, сами посмотрят, что да как вообще. А Арквардена это герой либо керри позиции, либо герой, то есть на мидлейн. На него зайдут, то есть, предметы, которые максимум дают ему. Вот, допустим, что бы я купил? Вот ты, кстати, хорошую сборку накидал на него, но вместо одной ветки лучше купи фейрик. То есть, давайте я сделаю сборку. А купи фейрик, смотри, что мы будем делать. У тебя есть две цирфлетки, один сапог. То есть, мы тебе грейдим один, то есть, бенд. То есть, давай в раннюю игру сразу бенд. Ты правильно сборку накидал вначале. Один бенд сразу закидай. То есть... А вот вторую цирклетку мы не будем грейдить. Просто, ну, это не имеет смысла. Ну, пусть будет для статов, да. Ну, для статов пускай будет. Типа, мы должны переплатить 3 сотки голды. Это почти перчатка от мидаса. Конечно, лучше купить, да, ее, типа. Вторым артефактом мы будем делать мидас. То есть нам нужно как можно быстрее выйти в мидас. Прям вообще похуй без сапога. Да вообще можно, похер без сапога.
Ну, сапог сюда просто этот добавим, чтобы... Ну, сапог, был. Да, после Мидаса. После Мидаса, да. И то есть дальше ты смотришь по игре, то есть как у тебя все происходит. Если типа, ты вообще в дерьмо полное скатился, там, не знаю, тебя душат просто везде, не знаю, нереально играть, то просто тебе надо выходить в Мьёльнир фастовый. Поскольку, допустим, ты играешь против темповых героев Арквардена, это... Ой, подожди, я теперь путал. Войд Спирит и Люканы, и всякие темповые герои, которые нас душат, ты должен сделать сразу себе Мьёльнир. Если тебе дают пофармить пространство для фарма, ты можешь купить себе молнии, барабаны, то есть... Или трава купить вместо барабанов. Суть барабана в чем? У тебя 6 зарядов, которые ты можешь по КД прокликивать в файтах, то есть... И ты будешь получать с этого очень много профита. 45 так спида, бонус на МС, и то есть ты будешь просто машина для убийств с Майлстромом. А вот какой-то орчит там? Орчит я собираю обычно, знаешь, в каких случаях? Если у меня получилось, то есть, выстоять хорошо мид, допустим, против какого-то шторма я там пару раз убил его, или против какого-то тинкера, ну, или врага из героя по типу Вивера, то есть в команде. Uh-huh. Я беру просто потом по игре, покупаю себе смоук и бегу с Рачидом убивать этого чела. То есть у меня 10-секундный сайленс есть, и за него я 100% любого вообще чела убью. Ну, правда, он на ТП может уйти, если это жирный перс будет. А вот барабаны, они делаются, когда все плохо? Или... Барабаны делаются на тимфайт. То есть если смотришь по команде, у тебя сильный тимфайт... Это скорее по ситуации, правильно? Ну, по ситуации, верно. Ну или типа ты хочешь улучшить ДПС твой. Или ускорить фарм. Барабаны, ну что же, ты по КД можешь призывать иллюзии, прокликивать барабаны вообще. Ну, сапог мы грейдим? Сапог мы пофигу. Грейдим в тревова только в тех случаях, если нас не душат. То есть у нас есть пространство для фарма. Мы грейдим в тревова их обязательно. Если нас душат, все плохо, мы можем пытаться сделать, чтобы на ХГ как-то больше так спида было. Не, я лучше шмотки сломаю, если меня душить будут. А если все хорошо, сделаю тревола. Хорошо, давай дальше. Шмотки сломают, души будут. Ну-ну-ну, что, я еще играть буду, если меня душить будут, камбэкать как-то, придумывать что-то. Смотрим. Ватар мы собираем только в тех случаях, если мы можем бегать, убивать мапу. То есть ватные саппорты без эскейпа, допустим, кто, я уже не знаю даже, можно кого назвать. Ну, Вич-доктор какой-нибудь. Ну, ВД, да, вот он вообще он ничего не делает. Мы можем купить Майлстром себе и бегать, просто убивать пиков от саппортов. Или какой-то кор ватный, который нам ничего не сделает. А вот МКБ-ху, кстати, мне вот еще МКБ-ха, да, очень нравится. МКБ-ха вместо нужна... молнии, нет? Нет, именно молнии обязательно на аркварды нужны. Они как для флитпуша нужны, для тимфайта очень хороший ДПС дают. А вот МКБ мы собираем супер, то есть... В тех случаях, когда профессионал нас Мартра играет. Можно вообще первым сутом зарашить после Маустрома. Просто первым сутом все сделать. То есть примерно будет сборка, вот представим пик. Баншау хардовая, Омник саппорт, Фантомка, то есть медовый инвокер. И там еще кто-то, допустим, какой-то саппорт. То есть мы делаем что? Мы делаем себе также сборку. Бендик один, не грейдим второй. Выходим в Мидас, сапог. Собираем все Маустром. Делаем себе тревела. Блять! Изменить нажми. Делаем себе тревела. Рука жоп. И после тревов мы уже сделаем себе МКБ. То есть у нас будет ультра большой ДПС. Мы просто будем выносить на Мартру за несколько секунд. Или, допустим, вот ключевым артефактом может стать для Аркварна покупка Нулифера. Это в тех случаях, если мы играем против героев по типу Некра или всякого заупня персонажей, типа... которые могут просто запуржиться, типа, как называется, не запуржиться, а выйти в астрал, то есть, как некор, допустим, в гасты, глиммеры, то есть с наличием эскейпа, который можно пропуржить. Это тоже, скорее, по ситуации, правильно? Это тоже по ситуации, да. Или против Омника играешь, допустим, тебе надо ульту снять его, и ты просто кидаешь нулифер, и ты снимаешь его ульт. Так. А БМ можешь положить тоже. БМ? Да. Об тебя, допустим, есть персонажи, ну, ты знаешь, наверное, Сефа магического, или АД, то есть такие вот герои, которые тебя могут шотнуть за ульту, они тебя в жизни не шотнут, если ты будешь типа стоять с копией рядом и нажмешь БМ. Там 2х урон влетит просто, и там чел сдохнет сам. Пику можно собирать в тех случаях, когда, то есть, у тебя есть лансер, который может дойти, то есть всякая грязь вообще лютая, которая может тебя бить просто по лицу. Теперь перейдем к таким, то есть, интересным артефактам. Абиссал. Абиссал. На Арквардена, правильно? Это все верно. Это аналог Хикса, но который пробивает БКБ. То есть можно собрать в тех случаях, когда у тебя есть Мартра. Про вся есть Мартра, и который тебя может перебить просто. То есть у тебя есть, допустим, в вейт-гейме Баттерфляй, МКБ и Абиссал, допустим, возьмешь просто. Он тебя навряд ли перебьет. Ты за два Абиссала спокойно убить его можешь. Это аналог Хикса, но на более ближнюю дистанцию для героев, которые до тебя могут идти. Или против Свена. Сам Абиссал кинешь ему, он тебя в жизни не убьет.
Там 3 секунды стан, или 2 секунды стан, не помню уже сколько. А алебарда. Это исключительно против ВР-ки. Это грязь лютейшая. То есть, если у ВР-ки там 100-0, она бегает. То есть, это грязь полная. Или против медузы. То есть, она в войдгейме будет 10 секунд пока стоять в файтах. Это герой мертвый просто будет. Ульту кликает, кидаешь на нее алебарду, она не бьет. Так, манта и диффуз сразу. Это два артефакта, сочетающих в себе одно качество. То есть диффуз можно купить после аватара. То есть ты играешь, то есть бегаешь, убиваешь. Твоя сборка мидас, сапожок, молнии, делаешь аватарчик. И у тебя сейчас заебись вообще. Ты просто бегаешь, всю карту овнишь. Там тонкие саппорты ВД, огры типа. Но ты долго их месишь, и ты не можешь догнать их типа. Покупаешь себе диффуз, и ты с диффузом просто получаешь ультра хороший ДПС. То есть, и потом ты можешь купить себе манту еще поиграть, и это будет сочетаться вдвойне. Иллюзии дадут тебе большой урон за счет того, что манобернишь всех, и возможность сплитпуша. А вот уже диффуз будет полностью манобернить челов. Лейтгейм артефактами, добавив новую группу, будет Баттерфляй, МКБ... Ой, подожди, Баттерфляй. Этот я перепутал. Дейдаус, Боторн, Сильвер... А, не, Сильвер мы перекинем по ситуации. Сильвер по ситуации закинем. Я забыл про него рассказать, про горит Сильвера. Вот, Торн. Сильвер. Закинь по ситуации. Угу. Сатаник Скади. Тут вообще большие артефакты наркварны, что можно купить. Закинь еще, я забыл про линку рассказать. Тебе только не выйдет. О, линка по ситуации. Это же вообще мертвый предмет, нет? Нет, нарк он не мертвый. Ну, и вроде все, что можно. Ну, еще можно Кирасу и Шиву. По ситуации. Ну, это так уже, по фану, чисто собирать такие предметы. И Хекс Войд Гейм, по-моему, последний артефакт, который станет. Для покупки вообще возьму. А, ну и Аганим, это тоже и с Муншардом. Ну и все, наверное, что можно сказать по сборке. Способности. Способности. Первая способность. На первом уровне мы качаем Spark Race. Втором мы качаем, смотрим против кого стоим. Если мы стоим против Эндокера, против какого-то, типа, такого героя неприятного, допустим, против Эндокера или Мипа мы должны качать купол, поскольку Флакс будет бесполезен, ты сам понимаешь, почему. Ну, понятно, да. Если рядом герой находится, то Флакс не работает. Ну, или дефолтная раскачка, типа. Спарк, два Флакса, потом берется купол, чтобы давалось так спид. На пятом берется опять Флакс, копия, Флакс. Копию мы как обычно качаем, правильно? Да, как обычно. Копию, Флакс. Ага, Флакс мы промаксили. Теперь мы максимум спаркрас. Просто максимум до конца. Угу. Берем на 10-м уровне талантик обязательно. Талантик на 10-м. Угу. Да, берем на радиус применения Флакса. 200 здоровья это вообще полный юзлес. Угу. Флакс, он поможет просто цеплять дальше противников, и врагам будет сложнее дойти на нас. Копия, спарка на 11-м, и промакшиваем купол до 14 уровня, потом берем талант на cooldown reduction. До 14-го талант на cooldown reduction. Левый, ага. Теперь берем 100 дак рейнджа на 20-м. Ну, ты промакшивай, бери 100 дак рейнджа и вампири на 25-м. Все. 100 дак рейнджа. Мне не нравится просто спарки. Мне кажется, вампиризм и суток рейнджа будет профитнее намного, чем спаркраза. Ну, то есть, вот. Такая дефолтная раскачка. Ну и все получается, да. Все, что можешь сказать. Вот такая вот сборочка. Нажми опубликовать, чтобы мастерской опубликовалась она. А я ставлю ссылку ребятам под своим видосом. Кому интересно, они активируют эту сборку и будут играть через нее в самой доте.